Всем привет, чувачки, с вами Мел Скел. И сегодня у нас Among Us. Многие просили, чтобы я заснял прятки с Полиной. Всем привет. Но чтобы я играл в прятки на реверсированной карте. Если вы помните такой ролик, ссылка на него есть, если что, в описании, можете посмотреть. Классный ролик, всем советую. Мы играли на карте The Skeld, которая перевернутая. И многие говорили, что будет очень интересно посмотреть, как мы будем играть в прятки. Поэтому я для начала создаю карту. Дошло! В вазе будем играть. Хорошо. В вазе так в вазе. Теперь я скидываю вам. Ну посмейся хоть для приличия. Ой, здоровенький был и с ребенком она тут опять. А теперь я скидываю вам код комнаты в Телеграм, ссылка на который есть в описании. И вы должны будете сейчас подсоединиться. Мы будем же в прятки играть, правильно? Да. Смотри, я убираю ребенка, чтобы меня меньше валить можно было. Да, это хорошая тактика, потому что реально ребенка всегда видно, когда ты бегаешь. Хоть фу, тут какой-то зашел, здоровенький был. И также, если вы не подписаны на канал, подписывайтесь обязательно, потому что я играю с подписчиками. Как я вообще буду играть с вами, если вы не подписаны? Сделайте эту красную кнопку серой. Наоборот, сейчас такой сказал. Сделайте серую кнопку красной. Не надо, не слушайте ее. Плохой совет. Короче, теперь стартуем. Все ребята знают, что мы сегодня будем играть на реверсированной. Я цыган. С кем мы играем? Я тоже. Стартуем. Сейчас будет очень интересно, потому что реверсированная карта очень странная, и там очень сложно ориентироваться. Мне кажется, спрятаться будет сложно. Я член экипажа, ты? Я тоже. Предатель стоит на месте. Ой, нас опять откинуло непонятно куда. Вообще, как, чё, куда? Кто? Зеленый, темно-зеленый, темно-зеленый. Пиук. Это цыгане, цыгане-предатели. Чё? Он меня не убил, пробежал мимо. Ты мисс Заря бежишь, что там, он там. Он не убийца, что ли? А почему он не убивает? Я не понимаю. Может, он не знает, как играть? Так, что-то он странный. Почему ты не убиваешь? А может, не он предатель? Есть трупы уже какие-то, ты видела? Ну, тут розовый, голубой со мной бегает, он точно нет. Я не понял, кто предатель. Почему не убиваем? Я тупая. Убивай, черт возьми. Блин, я ступила, мне нужно было ребенка на шею посадить. Какую шею ты? Мы круглые. Ну, в плане на голову. А то бы я его выкинула просто. А зачем тебе дети вообще? Не знаю. А куда их девать, если они есть? В смысле есть? Я что-то не знаю. Ну, у меня был ребенок. Один человек за меня проголосовал, ты чего, карась? Бочку на меня катишь, я тебя сейчас выкину отсюда. Так, темно-зеленый предатель. Почему он не убивал, непонятно. Пиук, давай всех, кроме меня. Пожалуйста, я хочу выжить. Так, он за мной идет. Мне страшно, Полина. Давай так, чтобы мы выжили сейчас с тобой. Мы такие в финале типа встречаемся, даем друг другу 5. Ну давай, конечно. Это же от нас зависит, да? Выполняй задание еще. А у меня здесь нет заданий. Мы можем выиграть благодаря заданиям. В смысле, у тебя нет заданий? Оп, пиук опять мимо меня пробежал. О, первый труп, все, он убивает. Красный умер. Ой-ой-ой, пиук, твою мать! Так, все нормально. Ой, хорошо. Ты выполняешь задания? Их не так много. Ой, блин, я не понимаю, где задания. Чуть меня не убили! При мне розового кикнули. А этот с носочком. Колдуем. Веселим его. Я и мой микшер. Ой, оранжевого тут жмыкнули. Капец, страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, именно мы не знаем. Как подтвердить, что я точно нет? У меня тут есть выброс мусора, хочешь посмотреть? Вот, я выбрасываю. Да мне пофигу как-то. Ты умерла уже, да? Нет. А где ты? Ой-ой-ой, я вижу, розового убили. Я тоже в столовой. О, привет, здоровенькие булы. Привет. А я задание выполняю. Кто-то вообще ничего не делает, да, Полина? А зачем выполнять? Это ж не по правилам. А можно выполнять? Ой-ой-ой, пиук бежит вниз, там фиолетовый жмых. Так, где там пиук? Ага, я вижу, он вправо пошел, страшно. Очень страшно. Так, он в электрике, да? Нет. Ой, фиолетовый еще жив. Так, ты видишь где-то пиука? Он, по идее, идет справа оттуда сейчас. Сейчас отсюда выбежит. О, нет, фиолетовый. Нифига, я обосрался. Обосрался раньше времени. Я тебя увидел, смотри, зеленый. Я такой, тоже опять сейчас дернула меня прям. Так, а все мы четверо еще живы, да, получается? А где тогда? Зеленый, ты вообще где? Сейчас по люкам просто бегает. А, вот он бегает в столовой сверху. Так, он кого-то там убил, нет? Вправо пробежал. Может, кого-нибудь грохнет уже? Такой отстойный предатель, никого не может убить. Да нормальный. Нормальный я. Так, я вот в охране, ты вот бегаешь по камерам, я тебя вижу, фиолетовый бегает по камерам, желтый бегает по камерам. Значит, зеленый где-то здесь. Зеленый здесь. Да, я был прав. Я карточку сделала. Ой, молодец. Мы реально сейчас выполним благодаря заданиям просто все. Не, я не хочу в электричество идти. Да, там никого нет. Да, он тут рядом. Он за фиолетовым погнался. У меня в реакторе задание, которое самое длинное. Я там точно не выполню его. Ты чё? Не, выполнишь, он там почти не ходит. Ну да. Я вот карточкой провожу.
Оп-оп-оп-оп-оп. Он тупой, бегает, реально ничего не видит. Я даже не понимаю. Он, короче, возле меня сейчас прошелся такой. Я туда заходить не буду, там никого нет. Сходишь со мной в электричество? Давай. Это как в туалет по парочкой ходить, типа. Говори, когда... Вот, все, выполнила. Я твоя подружка, мы с тобой идем в туалет. Пойдем, я тебя спасу. Да не там запуталась. Сам немножко туда побежал. Нет, я за тобой так-то побежал. Так, все, давай. Он сюда не ходит, все нормально, выполняй. Я настороже. Вот так. Тут всего лишь носочек забежал. Так, мне в управление. Давай, подружка. Погнали, погнали, подружка. Мне страшно, вообще жесть. А он что-то вообще не убивает. Даже если ты тут будешь стоять, он тебя даже не увидит. Что-то пиук тормознутый. Так, мне вот два. Пойдешь со мной? Да, давай. Так, а куда? Вот сюда. Что-то фиолетового давно нет вообще нигде. Мне кажется, его убили. У меня с запозданием. Сначала ты, а потом... Убил? Бежит, бежит. Нет, почти. Я не знаю, почему он килл не нажимает. Мы все здесь, да? Мы вверху просто тусуемся. Где фиолетовый? Фиолетового убили, только что, прикинь. Убили, при мне ж выхнули. Так, я бы два пойду. Да, давай, я тебя буду сторожить. А где два? Блин, вообще непонятно. Я смотрю, типа, на карту. Нужно идти вправо. Иду налево. Все, пойдем назад. В охрану пойдем. Давай, у нас есть шансы реально выжить. Только осталось, чтобы цветочек жмыхнули вообще. Его убили. Так, где он? Ой, они там рядом бегают. Ой, там зеленый за желтым идет. Ой-ой-ой. Они... Кто-то на камерах сидит. По-любому это он. Это я был, Алё. А, ты на камерах. Так, мне в реакторе осталось самое сложное задание. Отлично, пойдем. Я тебя буду проверять. Так, в другую сторону. В другую, да. Давай, ты иди первый, я на карауле. Угу, чтобы меня первым убили. Да. Я в такое не играю. Давай, заходи. Все, я тут буду стоять. Если там убьют тебя, я замечу. И убегу. Угу. Страшно, очень страшно. Так вот ты ушел! Я на камерах. Та-та-та-та-та. Шизофрения. Так, он находится влево в карте. Ну, точнее, вправо. Где он находится? Непонятно. Тебя он убил, да? Вышел? Нет! Инфаркт жопы! А где ты была? О, я вижу. Желтого убили, мы вдвоем остались. Мы в финале, как я и говорил. Ты все сделал? Да. Нет, у меня еще одно задание. Ой-ой-ой, как сложно. Ой-ой-ой, надо выжить, надо победить. Пишите сейчас в комментарии, как вы думаете, кто выиграет. Полина, либо я. Давай сделаем... Сделаем репорт, чтобы все задания выполняли, чтобы мы выиграли. Блин, не знаю. Не-не-не. Он просто пробежал мимо, блин. Страшно, очень страшно. Мы реально остались в последнем. В комментариях пишите, кто, я или Полина, кто выиграет по итогу. Это сейчас очень интересно получается. Я не ждал, что мы вдвоем останемся, хотя я об этом говорил. Ну, получается, да. Давай. Ура! Я выиграла! Лох. Сама лох. Это была долгая катка, скажи. Очень долгая, но мне понравилось, было интересно. Как будто на полюсе играли. Я даже все выполнила, у меня так, знаешь, типа, ручки трясутся, сердечко колышется, и прям вот очень такой адреналин. А, слушайте, ребят, давайте, если под этим роликом наберется 100 тысяч лайков, я как бы в вас верю, то я выпущу новый челлендж в Among Us. Никто такого еще не видел, так что ставьте обязательно пальчики вверх, будет очень классное видео. Я создаю новую катку, все в телеграм-канале. А, он уже играет, когда? Когда он уже? Блин, я не попал! В комментах пишут? Да. Где мой ребенок? Не знаю, я его не крал, я не цыганин. О, счастливая семья. Куда убежала? Алло. Так, я скидываю вам код комнаты. Заходите. А почему ребенок опять на матери? Почему все на матери? Потому что у вас спина сильная. Так, я выкидываю сразу тех ребят, которые с нами играли, чтобы как можно больше ребят, которые не играли с нами, играли с нами. О, Кличко. Но я 1000 раз намазал какашки на стол. Я ожидала более бурную реакцию от тебя. Все, стартуем, все новенькие ребята. Я предатель! Круто. Так, все, я стою на месте. Я буду всех убивать на одном месте. Это моя тактика. Я, короче, очень хорошо играю за предателя, но все очень доверяются. Типа, вот смотрите, у меня есть тактика, очень классно, мне очень нравится. Так, я беру, делаю вот так. Сейчас ко мне кто-нибудь подойдет близко, я его сам убью. Потому что они дураки такие, а что ты стоишь на месте? Кто-то-то подойдет. Ты тупой. Че, все ушли? Че, реально все ушли? Кто-то подходит, нет? Черный мимо тебя бегает. Так, я буду нажимать на килл. Рано или поздно кого-то убью. Че, никто не подходит? Знаешь, мышеловка, которая стоит на месте. Не, реально? Типа, никто не подходит? Нет. Да кто-то да подойдет. Я пойду пока задание сделаю. Блин, вы реально там таск выполняете? Вы че, сумасшедшие? Папа! Убил! Моя тактика работает. Никто не ожидал, а я убийца. Я могу через люки телепортироваться. Опа! Приветос! Никого тут нет. Ага, а где все? Так, в столовой дофига людей. Ага, все, ну ясно, понятно. Вам до свидос. Сейчас вот тут одного человечка жмыхнуло.
Ой, привет! Думал выжить. До свидос. Так, где-то тут все находятся. Я знаю, что в столовой вверху все. Опа, фиолетовые приветики. Куда бежим? Куда бежим? Опа! Время отрезать приветики. А ты где? А я вот в столовой тут бегаю. Ой, одного убил. По кругу просто бегаешь. Ой, да я тут сейчас еще одного так спим убью. Так, желтый! Ой, желтый! Желтый! До свидос. Сколько вас осталось примерно? Пятеро, наверное, да? Я вижу красного и розового. А, вы в столовой, значит. Я веду к вам. Ой! Привет, Полина! Я тебя просто щадю. Оп, я красного решил убить, а за тобой погоняться. Иди сюда. Далеко не убежишь. Я вижу твоего ребенка просто. Ладно, живи, живи. Мне просто впадло. Ох, отпустила. Кто-то в столовой 100%. Всегда в столовке вверху кто-то прячет. Так, тут труп. Хорошо. Интересненько, где вы все? Опять тут кто-то прячется. Наверное, 100% кто-то есть возле камер. Ой, я придумал кое-что. А, тут есть еще нычки классные. Вот тут моя любимая нычка и вот здесь. Так, а если вот так сделать, я тут появляюсь. Ака. Одни трупы просто. Хожу по трупам. Так, если я тебя увижу, я тебя на этот раз убью. А ты где? А я вот, секретики, секретики. Ну скажи, где ты? Дай хоть здание выполнить. А я одна, что ли, осталась? Не-не-не, еще кто-то остался. Где же все? Мне непонятно. О, черный. Все, убил, убил. Сам пришел на самом деле. Так, где еще люди? Так, я вижу тебя. Да, по камерам такой прыгаешь, бегаешь. Где-то еще один человек. Скорее всего, он находится в столовой. Непонятненько. А где, где, где? Ты не подскажешь, где розовый? Я розового еще не убивал. Я никого не вижу. Где-то он ходит, где-то он бегает. Мне непонятно, где-то кто-то спрятался, а я просто не вижу. О, розовый. Ой, 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 ой. Я что-то случайно нажал. Ой, привет, Полин. А что ты вместе со мной бегаешь? Все, я тебя оставил победителем. Ура, я выиграла. Спасибо. Я тебя пощадил. Твоя великодушие просто. Я просто решил тебе это дать победу. Ага, спасибо. Все, начинаем новую катку. Мне очень нравятся режиссированные прятки. Это очень круто, но я придумал кое-какой немножко другой режим. Это сейчас будет очень интересно. У меня аж ноги замерзли, понимаешь? Стресс. Угу. Дальность обзора членов экипажа намного больше, чем у предателя. Поэтому я делаю такую же, как у предателя. И это будут экстремальные прятки. Никто не будет ничего видеть, потому что дальность обзора всего лишь 0,25. И мы будем как будто в темноте, как будто свет выключили и всех будут убивать. Это будет очень экстремально. Я думаю, будет очень много криков у всех. Заходите, Полина, заходите. Привет, Тосики. Привет. Убери ребенка, очень видно. Ты, короче, когда бежишь, там видно просто ребенка сверху. Ты пытаешься убежать, я вижу. Вот ребенок, это не цветы жизни. Ой, я раздела случайно. Полина, ты когда взяла, сняла шляпу, таким карликом стала. Смотри, мы вот вдвоем вместе станем. Вверх, ну-ка, сзади. Ща, хочу по-другому как-то одеться. Подожди, пока никого не зови. А что у меня только это есть из одежды, и все? Блин. Во, красавчик. Фига ты просто, красавчик, блин. Скажи, круто. Страшно, мне кажется, ты 100% сейчас будешь предателем. Я скидываю код комнаты ребятам сейчас, чтобы они все зашли. Меня теперь никто не узнает. Ну, правда, ник у тебя, Вэл. Так, вроде бы все новенькие. Начинаем катку. Хочу быть предателем, пожалуйста, хочу быть предателем. Я член экипажа, ты? Я тоже. Не везет. Как мы поймем, кто предатель? Смотри, нужно вот так вот побегать, кто на месте будет стоять, они... Розовый, розовый предатель, розовый предатель, розовый предатель, да-да-да. Бубугам. Бубугам. Так, убегай, убегай, он вроде бы пошел. Хочешь, я просканируюсь? Не надо. А пойдем со мной. А где ты? А где ты? Я бегу в скан, я хочу посмотреть. В мед. Ты представляешь, как сейчас, если мы увидим где-то розовую частичку? Я уже сканирую, сейчас опоздаешь. Ай-яй-яй-яй, бегу. Пытаюсь через люки. Серьезно? Нет. О, все, я вижу. Привет. Все, ты точно не предатель, я доверяю тебе. Ты прикинь, сейчас увидишь розовую частичку, и тебя могут сразу же убить. Ты не можешь убежать. Вот это действительно сейчас прятки. Ты вообще, блин, кромешная тьма, жуть. О, зеленого убили. Желтый труп, капец. А ты же зеленый, стоп. Я черная. Капец. Так. Я ничего не вижу. Ты кого-то видишь, я только желтый труп один увидел. Больше никого не видно. Я увидела зеленого, салатового рядом. О, коричневый тут на картах стоит. Тут оранжевый на моем месте просто стоит такой приветос. Я больше кроме оранжевого и тебя никого не видел. А, вот еще. Да как ты смеешь убивать меня? Я тут баг нашел, короче, и меня убили. Меня убили прям на складе, короче. Сейчас он находится там, где щиты. Трындец просто... Убили! Я только тебя заметил и тебя убили. А почему ты на месте стоял? Ты задание выполняла, ты грабишь на тьме, ты чего? Я просто адреналист или как там их? Ага, медалист, блин. Ты сумасшедший, я тебе отвечаю, это был капец. А, опять убил коричневый. Тут, короче, там, где коричневый сейчас труп, видишь, там было очень четерное место. Он, я не знаю, он за ящики прям когда зашел, видимо, из-за того, что карта режиссированная. Там как-то можно было скрыться. Очень четерное место для пряток. Смотри, еще один труп, просто ничему не учит, три трупа. Я нос мился, прекрасно. Я, кстати, все задания сделала. Похвалишь меня?
Валюх, Валюха, Валю, умничка. А ты? Я вообще ничего не выполнял, зачем? Иди и делай. Не буду, не буду. Мне кажется, оранжевый выживет, потому что он на нашем месте, вот на том самом, там, где лучше всего прятаться, он там стоит, и его вообще не видно. Да, он выжил только что и выиграл. Это лучшее место для пряток, просто ever. Бубугам. Создаем новую катку. Давай еще раз поиграем на реверсированной карте. Мне понравилось с темнотой, более как-то эпичный прям. Не выполняй задание только. Вот я отвечаю, если будешь выполнять задание, это прям очень страшно. Тебя убивает, а ты даже не заметишь. Да я поняла уже. О, приветос! Я скидываю теперь ребятам код комнаты. Я хочу быть убийцей. Ты выглядишь как убийца. Ты моя маленькая убийца. Ой, там и на пришельность скачет. Цените мать. Татьяна Z. Вот оно, поколение Z. Ладно, стартуем, погнали. Ящик экипажа ты. Тоже. Кто предатель? Розовый шевелится. Так, смотрим, смотрим. Это крысюк, я говорил, что крысюк. Стоп. Розовый, розовый предатель. Розовый, розовый, розовый. Убегай, 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 убегай. Ой, страшно. Тут реально теперь нужно прятаться, потому что тебя могут где-то найти и жмыхнуть сразу же. Ой, а почему теперь не работает? Кто? Там, где можно было спрятаться. А где, стоп? Ящики? А ты спряталась, вот хорошо, тебе почти не видно. А, вот здесь? Да, 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 видишь, тебя закрыло. Тут что немножко видно только. Тельце. Короче, я буду на своем месте. Ой, там пятки увидел. Надо было в зеленый краситься. Да, в темно-зеленый ты бы хорошо там играл. А, опять розового вижу. Блин. Че, мне так не везет? За мной по-любому уйдет. Он меня 100% заметил. А, да, розовый. Блин, его видно. Вот опасно то, что я не вижу, он пробежал мимо меня или нет сейчас. Вроде бы его нет. Все. Куда можно спрятаться-то? Смотри, есть хорошее место, если ты действительно хочешь победить. В щиты иди, там вот наше место, там, где оно самое идеальное, там не видно вообще ничего. Так, кто репортнул, кто дурак? Розовый в люк прыгнул. Да? Вот как эти люди еще заходят? Кик его. Вот бесит, когда люди не понимают, что мы играем в прятки. Хотя я 1000 раз написал прятки, правила написал. Ну ладно, все ошибаются, все случается. Ну. А то, что трупы везде лежат, это нормально. Вам смешно, пацаны, это реально выкинули. За мной розовый бегает. Аккуратно, аккуратно. Иди, короче, на место в щитах. Вот там зеленый. А где в щитах? Короче, вот тут вверху, слева. Там розовый сейчас убьет меня! Блин! Твою мать, тебя убили, убили? Я как этот тигр из Винни-Пуха. Синего убили, капец. Ну скажи, сейчас интереснее прятки стало играть. Как будто пряткам не хватало то, чтобы вот у всех было такое поле зрения. Теперь стрёмно реально. Короче, в щиты иди опять, я тебе покажу это место. Я думаю, он допрёт, что здесь нужно находиться. Милс 228 тут находится. Вот, смотри, вот тут. Отличное место, короче, там никого нет никогда. Ага, сейчас меня убьют сразу же. Просто жмыхнут. Вот если бы на самом деле я был бы предателем, я бы туда сразу же пошел. Я бы тоже. Там то место, где все мои подписчики. Просто прячутся, потому что они знают, что это самое лучшее место. Я увидел зеленого, так не на камерах. Мне интересно, тут есть кто-нибудь. Так, розовый находится. Я не понял. Розовый выбежал с моей комнаты, прикинь, просто такой. Просто здравствуй, и ушел вниз. Он, получается, через люки ходит. Аккуратно, очень аккуратно. Блин, страшно, теперь везде может он быть. Он из любого люка может вылезти. Ой, зеленый, здравствуйте. Ко мне пришел. Так я думал, ты меня убьешь или нет? Ой, здравствуйте. Ой, как модненько выглядит в костюме твоем. В его шляпе и моя это тоже шляпа. Прикольно выглядит, да? Розовый не понимает, где мы. Надо пройтись, поддаться ему. Пускай меня убьют. Да не надо, сейчас ты всех наспалишь. Иди отсюда. Все до сих пор живы, ты понимаешь? За этой дальностью просто все боятся и постоянно бегают, либо где-то прячутся. Вот реально это уже настоящие прятки. Вот так вот будем всегда играть теперь в прятки. Новое правило просто. Стремно, если честно. Я не понимаю, где все. Меня убили. Серьезно? Подошел просто и убил сразу же? Да. Сочувствую. Я вижу, вот крысюк бегает теперь. А я на камерах сижу, вижу розового. Он вообще в другой части карты. Ой, оранжевый за розовым идет. Он такой, дурак тоже. Блин, вот это реально классные прятки. Мы полностью играем в темноте. Так, скорее всего, он сейчас пойдет ко мне. Он идет ко мне. До свидос. А где твой труп? Ну, там, где я и стояла, там он и есть. Я выжил! Я один, единственный выжил! Хлопаю двумя пальчиками. Приветос, здоровенькие балы. Я теперь скидываю ребятам, чтобы они подсоединились. О, привет. А у нас тут утренняя зарядочка. Утренняя зарядочка. Так, дочь Милса, так, новенькие, хорошо, в принципе, подходят. Все, начинаем, стартуем. Поехали. Я член экипажа, ты? Я тоже член экипажа. Сочувствую, очень сильно тебе сочувствую. Так, кто предатель? Так, вроде бы бирюзовый, желтый, да? Желтый оранжевый стоит. Желтый стоит. Вот, смотри, голубой на месте стоит. Голубой, это голубой. Да, он только что пошел, это голубой, все. О, привет, мы вместе бегаем. Можешь прятаться на том месте, я тебе отвечаю, лучшее место. Если к тебе подходит, сразу убегай, и тебя не убьют. Да, конечно. Доверься мне, ты чё? Да, да, конечно. Так, кто, бирюзовый, да? Я лучше побегаю.
вместе бежим. Пробежали весь коридор вместе, он меня не убил. Ты видишь хотя бы один труп? Мне интересно, он убивает кого-то или нет? Или он тупит? Я до сих пор ни одного трупа не увидел. А он понимает, что убивать нужно? Мне интересно. Кто-то на камерах стоит, лишь бы это был не голубой. Я не вижу ни одного трупа. Нужно нажать на кнопку, короче, и сказать, чтобы он убивал. Вы с ним через коридор пробежали, он не убивает. А нет, двое трупа. Ой, сори. Я думал, он не убивает. Смотри, Мил Скел внизу там фиолетовый. Блин, прикольно, да? Белый фиолетовый. И у него ребенок есть. А у меня нет, вот все, не совпадение. Хатьфу и Хатьфулю убили просто. Это из-за того, что у них ник Хатьфу. Все скипнули, отлично, играем дальше. Я думал, что не убивает, бывает такое просто. Я ни один труп не увидел на камере. Не убивает, бывает. Все, начинаем. Главное, чтобы бирюзовый подождал немножко. Ну, бирюзовый, блин, он реально бирюзовый, он не голубой. Да какая разница, бирюзовый, блин, персиковый. Вот ты не говоришь персиковый, ты говоришь оранжевый. Да. О, привет, Полина, приветосик. Мой милый ангелосик. Ой-ой-ой-ой-ой, я его увидел. Так, я за ним иду. А я тут задание выполняю. Я его опять увидел. Страшно, очень страшно. А вот все. А как ты вышла, я не понял. Я никого не видела. Он, короче, там пробежал, получается, где ты была. А где ты была? Ты была в навигации, да? В столовой и это. А, все, я не понял, когда мы с тобой разминулись. Я просто бегу задание выполняю, серьезно, у меня осталось одно задание. А я пытаюсь вот найти его, чтобы на жопу приключения найти. Убили? Пробежал мимо. Вот у меня тоже постоянно мимо пробегает и все. Вы где? Вы в столовой? А! Мимо пробежал. А, опять мимо пробежал. Вот это я крыло! Полина, он туда опять побежал! Куда? Внешний двигатель, туда вверх побежал! Давай, тебя встречаю! Вот, все, привет! Там никого не было! Там был, он красного, скорее всего, убил. Пошли посмотрим. А, что ты туда побежал? Красного пойдем найдем. Сейчас я выполню и пойду. Давай. Все. Да, вот труп красного. Красного убили просто! Внешним двигателем, просто перед тобой, прикинь, вы вдвоем бежали с красным, и красного уже все нет. А я все сделала. Он мимо пробежал опять, и кто-то меня не убил. Да он в мед забежал. Так, я через него пробегу. Тебя убили? Да, меня только что убили, ты выиграл, мы опять вдвоем остались. Он меня щадил, видимо, специально, я с ним три раза пробежалась. Капец, мы сейчас друг на друга просто прибежали, и меня сразу же убили прям. Но мы лучшие члены экипажа, мы постоянно остаемся в финале, это очень круто, согласись. Ты вот сегодня за три раза выиграла. Нас просто жалеют, понимаешь? Ну да, никак иначе. Меня тем более. В общем, ребята, я надеюсь, вам понравился ролик, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, с вами был Мил Скел и Вэл. Да. Подписывайтесь на канал Полины, ссылка на нее есть в описании. У нее есть классная анимация по Among Us, если не видели, посмотрите, очень классная. И скоро будет вторая. В общем, всем удачи и всем пока. Пока. Пока.